Михаил Державин родился в селе Аксинино, ныне Московская область. В 1924 году поступил в студию имени Евгения Вахтангова. С 1928 года актер театра имени Е. Вахтангова. В кинематографе дебютировал в 1931 году в небольшой роли в фильме «Механический предатель». Сыграл главную роль генерала Муравьева, прототипом которого послужил Г. К. Жуков. Фильмы «Великий перелом». Михаил Державин умер 30 июля 1951 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Участок номер 2. Сын. Народный артист РСФСР. Актер Михаил Михайлович Державин.